Время уходит. Он вот-вот доберется до лаборатории. Нужно закрыть воздух. Я такое вижу, а вы к Джету. Отбой! К Джету бежите вы! Вы с Барнсом! А мы останемся здесь вчетвером. Согласен. Как ни крути, чтобы выиграть этот бой, кем-то придется пожертвовать. Ваша битва важнее, Стив. Ладно, Сэм. Командуй. Нужен серьезный, отвлекающий маневр. Это я организую. Но сразу говорю, ненадолго. Как там сигнал? Бегите во весь опор. Если меня разорвет пополам... За мной не возвращайтесь. Разорвет пополам? Может, не надо, Скотт? Да это не в первый раз будет. Во второй. Правда, в первый... Я вырубился. Я крутой. Я крутой! Так, козявка подросла, и не слабо. Наверное, это сигнал. Красавчик, Тик-Так! Не смей лапать, Роуди! Погоди! С нашей стороны часом нет жутких и потрясных талантов, о которых они умолчали. Чем будем парировать? Чтобы добраться до них, придется пройти через меня. Я Клинт. А мне плевать. Отступишься? Не могу, ты знаешь. Потом буду жалеть. Ой! Бегом. Смотрели? Такой древний фильм и перенос. Ответный удар. Древний. Тони, ему сколько лет-то? Углеродный анализ не делал. Явно маловато. Помните Стэму? Где они на заснеженной планете? Бьются с шокоходами. А ведь пацан дело говорит. Атакуем сверху. Взлетаем. Апельсинчика ни у кого не найдет. Шеф, музычку? Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop-out, I'm stainless steel. Go hard getting busy with it.
such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did. Damn right, and I do it again. Cause yeah. I